еще надо было попасть где-то в ноябре месяц. Вот не салон там тоже, типа такого. Вот ты был. Меньше людей, чуть больше темп. Маршрут тоже, ну, в смысле, будет подъем. Не, ну подъемы понятно, что будут, но как бы не очень там круто. Офигеть, просто, что там было у нас. Я тоже предоеду. Яша! Яша! Держи стены! Как держать ее? Красавцы, красавцы. А там внизу мотоцикл. Сашенька выехал? Надо было под... Пишу. Сегодня дистанс? Да. Сегодня дистанс? Да, да. Ты видел, сколько мы с нашей поездки? Нет. Нет, мало? А я тебе скажу одну фотографию. Я твою. с бутылкой пива возле твоей машины. И все. Ну. Я? А Миша уехал она с тобой, между прочим. А как вот дальше было, я не знаю. Что, я честно сказал. А где там говорит, это чей рюкзак? Я не хорошо, рюкзак, ты делал. А я забыл. А вон лезет. Все, все, все лезет. Я здесь, а? Марина, фотографа. Ребят, вас... Подождите, сначала плохо. Ой, слушай, быстрее фотографируйте. Нормально? Нормально. Привет, Миша. Можно передать привет мужу? Для Джокера, и мы видели, для Джокера это. Саш, нет, не делай этого. Хорошо, Саня, обалденно. Саш, не помогай мне. Давай. Да, поставь мне веточки. Миша, ты вернулся в семью. Морковочка. О. Саша, девочки, сегодня в столовой морковка. Ура, тетя! Это мне пойдет, жене пойдет. Что такое? Что тут за такие девочки? Кариночки. Иди морковочку скажи. Иди морковочка кибусная, халявная. Что халявная? Не стесняйся, большой кучей можно брать. Здесь как лепо. Здоровья. Ладно, нет, сейчас бы он сказал, не середину. Красота! Капуста мерзкая. Целиком? Ну, замените там. Давайте. А вообще кто-нибудь знает поводы, нет? Мы знаем что поводы. День рождения Марины. Маринки, правильно. Да, и Игоря начинаем... тоже мы знаем. О, день рождения тоже. Порядки, да, кстати. В порядке поступления дня рождения. Именинники, скажите себе что-то, потому что вам никто не скажет. Я скажу. Мне надо сначала выпить, потом я буду говорить. Тихо. Чтобы у вас все крутилось не хуже, чем сегодня колеса. Жизнь, дайте стакан. Здесь в Бразилии. Мне сказали, что ты у меня небольшая речь. Я надеюсь, что все мне помогут. А как помогут, вы поймете по ходу дела. Ну хватит лишнего. Марусик, в нашей жизни свет. Передаем тебе привет. Всего-всего тебе желаем.
но и себя не забывает. Здоровья, счастья, долгих лет и ежеутренний букет. Чтоб на работу ты забила и пирогами нас кормила. И пирогами нас кормила. Леса пустыни покорила. И пирогами нас кормила. В обаянием искрила. И пирогами нас кормила. Не считается. Короче, духовку не выключай. Ты любила. Его пирогами нас кормила. Пирогами нас кормила. Я же говорю, его не кормила. Детей в школу отводила и пирогами нас кормила. Чтобы никогда ты не грустила и пирогами нас кормила. Чтоб только с нами ты дружила и пирогами, пирогами нас кормила. Чтоб дружбу нашу оценила и пирогами нас кормила. И чтоб за нахальство это нас простила и пирогами нас кормила. Мы очень любим пироги, ты нам уж в этом помоги. Спасибо. Ключевое слово. Это еще не все. Ага. Еще не все. Поздравлению прилагается пирог. Чем? Пирог. Пироги. Пирог это нам прилагается. Съели уже. А. Ну, о, такой опа. Подарок. Опа. 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 Картинка. Дай, подай, пожалуйста. Подарок. А дай подарок. Что же это такое? Это поседельный штырь, который Маринке позволит. Вообще она теперь будет недогоняемая. Это еще не все. Это еще не все. Это еще не все, Марина. Мало того, что Маринка будет недогоняемая на прямых участках, она еще должна быть недогоняемая на крутых спусках и на дропах. Да. Поэтому надо ее научить. Ее надо научить. Да. Поэтому к этому прилагается второй подарок. Вернуть друг, я уже съел. Передай. Здесь денежное выражение на 3 курса Везгорим. Филипп ответственный за мероприятие. За продолжение курса. Да, он пытался организовать тебе это 3 занятия. И потом перед нами отчитаешься. Спасибо. Маринка, будь здорова. От всей души. Точно, да, Жочка? Жочка, за внучку? Где мой фрак? Внучка, за бабку. Где это пойдем? Бабка за детку. Ну и репа у тебя. За детку. Бессловесная роль досталась. Ну как ты сомневался, это компромат. Так. Компромат. Сюжат. Марик пожертвовал собой, ну что делать? Нет, я а это можно использовать. А. А теперь кто быстрее доглянет машинку? Девушки, а вам вот сначала бы виски? Не отвлекайте девушек от виски. Было бы еще интереснее. Нет, это знаешь, старый анекдот, да? А зачем бородой? Когда графиня продает свою семейную мебель, ну, покупатель приходит, я говорю, хочу... Старый анекдот, я его еще не слышал. Я хочу, говорит, купить кровать. Вы знаете, говорит, мои самые лучшие годы, говорит, прошли на этой кровати, поэтому есть ассоциация, я вам ее не продам. Ну, хорошо, ну тогда шкаф. Вы знаете, говорит, иногда мы это делали с моим бывшим мужем, и в шкафу, говорит, тоже шкаф я вам не продам. Вот. Вот так. Ну, говорит, а люстру? Она говорит, поручик был такой фантазер. Я судья! Ноги с маслюля. Не переверни мое вино. По крайней мере, ну давай, давай, подержу скакалку. Саша, ладно, Яша, вот Яша, настоящий сюда. Друг, настоящий. Яша, встал. Вот, Яша, ну похлопали, ну вот это солидарность. Ну ты попал, Яша. Попал, ну, но спасибо. Мы вопрошаем. Давай, Яша. Завязываем глаза. Ты при... Да, ничего страшного. Ты вот так смотри, походи, нужно обойти, так постараться бутылки, и потом пролезть вот там. Почему меня с места поехали? Снимать оттуда она просит. Пусти его в сторону Нэшера. Давай. А какая роль Яши в этом всем? Подсказываю. Ну тебе надо было бухать так, а? Вот ты руки дай. Нет, зацепляйся. Еще ниже. А, смотри. Еще ниже. Еще немного. Все, иди, Серега, иди с Богом, Серега. Пошел. Давайте
Мы хотели сейчас продать, не берут. Кстати, знаешь, что интересно? С аппаратом все пришло. И, видать, еще хоть что-то делают. Миша! У тебя прекрасная жена, Миша! Но при чем тут я? Ты, ну, так не запутай себя. Там на одном плюс должен стоять, на другом минус должен стоять. У меня... Я пропустил. Так, короче, изображаем скульптуры. Плюс – это то, значит, до чего нужно дотронуться. А минус – это то, чем нужно дотронуться. Издеваетесь? Нет, это Рука. Ну, я не достаю до его локтя. Ой, мазь Маринку понимаю. На нас смотрит и говорит, идиоты. Это быстрее, не переживай, нам уже вызвали. Ведром вживу. Мне нужно... Что тебе нет? Ты долба должна дотронуться. Лоб веди. Давай, лобик смотри. Да спины. Я спиной хочу дотронуться до лба, давай. Да. А тобой ли я? Сурно то? Зло. Женатый. Мне пусть проезжает. Почему? В этот дурной и умный день мы счастливы поздравить тебя, красивый Игорь, с хорошим днем рождения. Ты зеленый человек. И всегда оставайся таким толстым и карбоновым. От всех наших древесных душ желаем, чтобы жизнь твоя была прозрачной, с новыми заботами, сладкими идеями и цветными победами. Пусть в солнечной душе твоей никогда не иссякнет радостная доброта к нам. О, как в кассе. Миша, молодец. Да. К нам, сладким велосипедистам. И еще так учим пожелаем, чтобы в велосипедной жизни твоей всегда было... Голубое. Нет, ветреные мечты. И пусть эти самые круглые мечты еще и сбываются. Ну уж пусть обязательно встречаются тебе на пути такие. Такие голубые самые. Жадные люди, как вы. Квадратные дороги. И тупые велосипеды. С вкусной любовью и сексуальной надеждой. Попасть с тобой вдаль женатую, велосипедную, разведенные все мы. Какая у вас есть?